Во-первых, поздравляю всех с победой, и болельщиков всех. Тяжелая была игра. В принципе, начали неплохо, я считаю. Первый период было пару моментов опасных. Второй чуть сбавили, стали проигрывать чуть, на третий период вышли. Там уже ничего не оставалось, как только забивать голы и выиграть этот матч. То есть все вышли с полной отдачей и добились этого. Неудачный матч получился у Стива, в реке такие две катастрофы. Сегодня было особо важно выиграть ради него, чтобы он не переживал, чтобы это проще ему вот обошлось. Это вот. Да тут нельзя ошибка. Говорить, что неудачные матчи были у Стива, потому что вся команда, правильно, все ошибаются. То есть он может это выручить, кто-то может испортить игру, а в принципе это команда. То есть да, он немножко не подтащил, но ничего страшного в этом нет. Мы за него выиграли, в следующую игру все будет нормально. Показалось, что в третьем периоде Рига испугалась ЦСКА. Что сказал тренер в перерыве вам такого, что заставил вас пойти как на последний бой, это третий период? Тренер сказал, просто нужно выиграть этот матч, как бы то ни было, и что бы перед нами не стояло, главная победа. Минск проиграл Витязю, вы выиграли у Риги. Вот он сейчас сообщил об этом. Вы очки считаете сейчас или просто у вас цель каждый матч, как финал чемпионата мира? Да, выходим на каждый матч с победой и по-другому никак. Турнирная таблица определит свои места сама там.